Всем огромнейший привет. Продолжаем мучить Азика. Вот, не знаю, пройдем. Без гроб собирать его. А давайте опять за него уже. В прошлый раз вам не повезло. Ну, где-то не повезло. Где-то я сам сыграл. Вот, так что вполне возможно, что сейчас нам зайдет. Или я сыграю лучше. Все же возможно, правда? Вот и я о том же! Я просто отвлекся. Ну что ты будешь делать, а? Очень досадно. Потерянная. Ужасно досадно потерянная. Ну дайте, спасибо. Все, могли дать что-нибудь другое. Зачем я эту бочку взрывал? Это конечно очень странно. Я что-то делаю, а потом понимаю, зачем я это вообще делал. Вот так бывает. Не знаю, ну, серый мне поначалу в любом случае больше нравится. А зачем я эту карту заюзал? Вот я созвал, что таблетка была плохая, расстроился. Нельзя было этого делать. Она бы еще пригодится, по-моему, в шипастой комнате тоже. Ну ладно. Ключик. Я не помню этого типа, поэтому мне интересно, кто это, что это. Может быть, зайдем в магазин, потом еще одно сердце. Как вы думаете? Или ну его. Или на следующем уровне, если что, зайдем. Перепутал кнопку просто. Просто перепутал кнопку. Как бы это ни звучало странно, но просто перепутал кнопку, реально. Ты... Короче, не прошел я. Как вы уже поняли. Начало ужасное, конечно. И это хочется, и то хочется. Я имел в виду под этим сумку. Хотя сумка, типа, да. В принципе. Ладно, идем на второй уровень, конечно. Тут ловить, в принципе, ничего есть, но мы в любом случае будем пробовать. Вот, будем пробовать в любом случае. Так, надо еще микрофон как-то настроить, чтобы было нормально слышно. Такое ощущение, что меня сейчас плохо слышно, хотя, может быть, я не совсем прав. То есть еще одно сердце, естественно, заходим сюда. Ключа нет, к сожалению, да, но... Тут могли быть хорошие вещи, в принципе, поэтому... Я не жалею то, что мы все зашли. Вообще ни разу. Да, тем более и боссы не особо сложные. В начальных уровнях, правильно ведь? Открываем! Нет. Клещ мне не нужен. Что, а это мне орущая вещь не нужна. Так, у нас пауки, кстати, спаунятся, это хорошо. Даже сказал-то суперски. Вот, от всех убитых врагов. У нас куча пауков, которые нам добавляют, естественно, кучу ДПСа. Зачем эту шуку острее, не знаю, на всякий случай, наверное, потому что я сначала вернусь, не пойду на босса, нам нужно найти ключи.
Сканин салат, не помню. Какой? План А, да? Прежде всего. Вот. План А. Надеюсь, он у нас получится в плане нахождения ключа, по крайней мере. Что я делаю в этой серии? Я не понимаю. Весь полученный урон сейчас, но это просто жесть. Вот реально такой ужас, блин. Что я там сотворил? Вот тут вот на этих кучах. Зачем я это делал? Да, у меня пол хп осталось или одно, но суть это не очень меняет. Сейчас вот было бы классное завершение. Ладно, откроем золотую комнату. Вряд ли там что-то будет, что мне поможет, кроме увеличения дальности. Да я даже не знаю, я лучше ревок оставлю. И то, и то говно. Ну босс не очень сильный, плюс у нас были мухи, ой, то есть это пауки, поэтому получилось все быстро. Вон плюс больше радиус, ну, в принципе это неплохо. Нет. Если возьму кошку, а мы рискнем. Как я выжил, если у меня это жизни не было? Или было? А, не, все, теперь у меня красная одна, все нормально. Это был единственный шанс как-то дальше затерпеть. Тем более мы взяли дальность, а то, что для серы было как раз необходимо. В принципе. Заходим сюда, ключа к сейфу. Нет, а нам очень нужен был ключ для второго и первого сундучка. Кстати, вот он ключ. Давайте зайдем сюда. Ну, тут просто шанс выпадения ключа им больше. Ну, как мне кажется. Может, я и не прав. Так, где... А, блин, мухи там еще. Я даже не заметил, представляете? Ужас. Изи. Двойка пик умножаем. Ну, два ключа. Открываем мозг. Мозг. Неплохо. Вполне себе неплохо. Только надо... Да срывайся ты в них. Только когда вот серая, она небольшая. То есть радиус небольшой. Мозг не так эффективен, как... Ну, я же мастер открывания секрета, так, правда ведь? Я пока не буду открывать этот сундук, потому что нужно ставить нужную золотую комнату, а дальше как получится. Вот. Кстати, вот он ключ. Ну, давайте сходим, откроем. Действительно, вдруг там будет что-то полезное. Я не помню, что это как-то дает. Ну ладно. Давайте сделаем вот так. Оба. Хорошо. Так, можно взорвать грибы, кстати. Почему бы и нет? Плюс жизнь. Точно, точно. Точно. Вспомнил я. Так, это тоже? А, это минус жизнь. Минус жизнь. Не, минус жизнь. Подождите. А та была таблетка-то на... Нет. А как? Почему я видел ее? Многоразовое лечение. Нет. Обычно, когда таблетку не трогаешь, да, то есть... А, плюс жизнь, вот это. Все. Поменялась таблетка. Ну хотя ладно, тоже на то, что все нормально.
пока что все нормально. Это, не знаю, это самая ненавистная комната. Можно только ждать этого мозга, чтобы он там взрывался. Ну или как-то вот так вот делать. Хоть и полет есть, конечно, без полета она вообще для меня дикая. Ну и когда есть полет, она для меня тоже дикая. Ой, каким-то чудом мы проскочили. Ай, ай, ой, ай. Фух. Повезло. Повезло. Реально повезло. А, у нас ключа нет, да? Ну ладно. Может быть найдем. Если найдем, хочешь, в магазин сходим. Денег много. Относительно. Так, я тут еще камни могу пропускать, блин, которые нужно взрывать. Да нет, вроде ничего такого нет. Это было очень опасно, потому что этот мозг мог нас сейчас рвануть очень спокойно. Тихо, 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 тихо. Хорош. У тебя мозг что ли тут самонаводящийся в этой версии стал? Прикольно, если это так. Такое ощущение несколько раз, что он просто сам взрывался врага, без того, как я там бил его. Врага, имеется в виду. Ну, убили. Должны убить. Минус. Супер. Так, убили. Взяли часть фотографии. Больше слез и скорострельность. Это будет правильно. И у нас есть возможность взять лопату. Есть возможность оба. Взять вот этого типа. Убирать надо. Так, куда бы нам дальше? Куда бы нам дальше? Мы сможем зайти сюда. Может быть, кстати, вот видите, он, видите, он сам побежал. Как досадно-то, и досадно. Мозг сам пошел, это прикольно. То есть этот итем стал действительно полезным. Так, мы руку макаки получили, да? Ну, в принципе, почему бы и нет. Уменьшение дальности, ну, не знаю, для серы это хуже просто нету. Может быть, там взорвется, я думаю, сам, да, вот, лети. Во, точно, супер. Мозг в этом более новой версии просто суперский. Реально суперский. Давайте взорвем. Я не помню, что этот гриб дает больше скорости и дальности. Круто. Давайте эти грибы взорвем. Эти грибы взорвем, эти грибы взорвем. Ну, идем сюда. Тут может что-то быть. Ну, хотя бы бомбы. В принципе, тоже неплохо. Вот, а то, что мозг стал действительно классным юнитом, а не головной болью, как у меня обычно бывает, это, конечно, супер. Так, одного первого убили. Ой, мозговыносящий для меня босс. Хотя... полет есть, серый есть, дружбан зеленый есть, так что все может быть не так и плохо. Изи. Ключа вот нету, чё фигово, она. Мы уменьшились дико, нам удобнее уклоняться теперь от всего. Лишь может ты там сам взорвешь? О. И еще разок, не? Там пауки, не? Пауки. Или там дружбан мой. Кстати, вот он ключ. Тоже хорошо. И что-то понерфили, а что-то и бафнули. Плохой, ну и... таблетка убившая нас просто.
Не знаю, ну давайте вот так сделаю. Ну, да, это было слишком. Еще один паук. Четверной выстрел, вот как будет вообще? Ага. Все раз стало более мощное. Выстреливать? Ну, это не так и плохо. На самом-то деле. Так, а у нас есть вот магазин? Кажется, еще не было. Просто нужно... Вот он, кстати, магазин. Нужно у него зайти и там что-нибудь прикупить. А, ключ. Давайте эксплодировать до 100 монет. Ага, хрен, да? Лестница. Ага, не хочу. Это лопаты, лестницы и так далее. Давайте выше немножко поднимемся сначала. Пока уровень не очень сложный, пытаться их чистить, потому что нам нужно тупо. Ай! Нужно тупо искать жизни. Набор стал серый немножко дольше из-за того, что она стала мощнее. Я тайминг упустил. Еще наш персонаж стал таким мелким, что смахивает не на моба. Уменьшение скорости. Спасибо. Кучу денег потратить их не на что. Ну, разве что. Ну а что тут? Я ничего тут сама не выбью, то что мне нужно. Можно попробовать найти секретку. Хотя навряд ли тут будет. Скорее всего, ну тут. Нет. Ладно, идем на босса. Можно секретку было и поискать, конечно. Ну, босса мы вольнем. Босс несложный. Больше скорости, ну. Я больше, конечно, дальности. Ну. Ладно, бывает. Так, неплохо. Неплохо, кстати. Очень неплохо. Понятно, что уже тут серые, как бы, эти вулканы. Изи. Если бы не еще мелкие мои пушки, я потерял просто так. Абсолютно ни на чем. Вот просто ни на чем. Уже прекрасно видели. Все огромное количество жизни было потеряно ни на чем. Жизни 5, наверное, потерял ни на чем. У меня сейчас бы было бы. А, я даже не заметил. Ты вот это прикол. Я даже не заметил. Ой, что я творю-то? Руки вольнуть. Ничего себе, 4 лапы. Сдохнуть нельзя ни в коем случае. Теперь можно. И кстати, зеленая фигня стала даже в костер лезть. Или она за сама наводится за моим другом, который стреляет. Может в принципе быть, в принципе может, почему бы и нет. Отлично, они сами взорвались. Ой, блин, супер. Ой! А, я понял, что меня убило в прошлый раз. Видимо, такая же фигня. Добрый мозг. Да, за не сам наводящийся, видимо, за выстрелами моего пета летит.
Ну, ерунда, короче. Супер, спасибо паукам. Так, я могу увидеть секреточки. Ах, блин. Ну, не знаю, можно купить. Потом. Все, купить вообще. Может, деньги. Ой, классно! Вот это реально повезло вообще. А, я забыл! Забыл роль мелкого этого гада. Ой, классно. Вообще классно, смотрите. Смотрите, как классно это получилось. Жизни столько понадобилось. Так, давайте слева начнем. Блин, так и знал, что не надо налево идти. Минус один. Один остался, да? Я тут. Хорош, так, проверяем камни. Шипастый пойдем. Вонючий газ, увеличение дальности. Да! Естественно. Да, не особо она увеличилась, кстати. А почему жизнь из шипастой механики? При полете теперь не теряешь выход. Нет, не теряешь. Видимо, у нас что-то. Вы какой-то предмет взят. Который позволяет с каким-то шансом не терять. Или этот конь позволяет не терять. Ладно. Так. У нас есть шанс. Этим шансом нужно, по крайней мере, дойти как можно дальше. Вот, не говорю, что там пройти, потому что это будет крайне для меня сложно, но. Хотя столько пауков. Эта комната была на прошлом уровне, я точно помню. Там просто один в один сгенерилось. Неплохо получилось, да? Не надо меня телепортировать, пожалуйста. Подождите. Ой, ужас. Не надо. Ну, тут, давай, я не знаю, что это, как это, блин, серый листок. Да, да. Супер. Вот это мне нравится. Мне реально нравится. Это очень классно. Ну хотя пауки, да, пауки мне тоже нравятся вполне. Можно попытаться найти секрет, хотя бы. Нет, она тут, прикольно. Два ключа. Так. Ой, ну, я потратил там что-то, ничего не выпало, не важно. Ой, я подумал, что это комната пустая, что я так сглупил. Ну да, еще очередной. Внимательности просто потери жизни. Абсолютно от внимательности, и тут надо хотя бы быть внимательным. Ну, я думаю, что мы будем взрывать их, естественно, да? Если будем взрывать вот эти штуки еще. Ну, там ничего нет. Ну, ничего покупать. Просто нет, нечего покупать. Обирать можно что-нибудь прикупить, но. Тихо-тихо-тихо, набрать надо полную. И фишки. Вот. Отлично. Хоть мы одну комнату, что ли, пропустили, получается. Куча денег, это круто. Да. Нефиг ее пропустить. Лучше бы я пропустил. Тут не может быть секрет, потому что там. Зачем я положил бомбу, фиг его знает. Тут может быть, там тоже. Нет,
там не может, справа только. Да и как же задолбал этот телепорт, честно. И жизнь я покажу. Случайно еще. Уже? Я, честно говоря, думал, что еще один уровень, как минимум. Бродить, а нет. Ну, должны очень легко убить. Так и получилось. Плюс жизнь, регенерация жизни тоже хорошо. Странно, очень странно, что ничего такого нам не дают. Уже второе прохождение подряд вообще надо. Прохождение за этого черного яда вообще ничего не давали. Хотя нет, может быть и давали. Могу тупить, поэтому лучше уточнить. Да нет, наверное, давали. Потому что не могут вообще ничего не давать. 100% давали. Как всегда. Текс. Странно это все. Вполне тупой рассылки. Что? Вот эти звери. Аля будет. Нет, это. Это ужас какой-то. Я сам, блин, не знаю, девятую жизнь просто так подарил. Открываем. Там пауков столько, что на 20 боссов хватит. А не на 3. Чё же я творю? Реально, что я сейчас творю? Это... Ну... Как так можно проходить? Гадская комната с руками. Это будет, конечно, ужас, но вроде как мы их убили, не? Долго сера набирается, очень долго. Так, сейчас. Аккуратненько. Куда я побежал? ХП мы теряем. Ну, я думаю, что надо сделать так. Получаем экранский урон. Берем эту таблетку. Увеличение дальности, естественно, берем. Тут пауканы. Ну, я, честно говоря, не очень заметил, что дальность у меня увеличилась. Заметил. О, секреточку куда-то взяли, нашли, видите? Классно. Две жизни, не знаю, попробуем сделать. Ой, что-то сделал совсем. Хотел сюда одну положить, одну сюда. А нет, дальность все-таки увеличилась, мне кажется. Смотрите, ну да, увеличилась. Просто она пока, может быть, не такая большая, как я хотел. Но то, что она стала лучше, больше, длиннее, это 100%. Ну, раньше увеличился явно. Что я творю? Не знаю, постоянно отвлекаюсь. Потому что микрофон сейчас другой. Мне постоянно кажется, что меня не слышно, да? Ну это не оправдание, это так. О, мы катакомбы открыли. Не знаю, давайте вот сюда сходим. Чуть кажется, что там секрет. Вот, хотя, может быть, я ошибаюсь. Вот тут, блин, не? Или вроде бы нет. Нет. Ну нет и нет. А может быть тут? Блин, да набери ты полную грудь. О-о-о-о.
пошло дело. О, секретка, реально, смотрите. Я же ее вижу, что я ее взрывать пытался. Тянубас. Что у нас тут? Зря шел. Зря. Ну, в принципе, тут могло быть что-то полезное. Ну что, босс, да и... Арканов. И мы его должны не замечать. Вот так и получилось. Берем гриб. Меньше скорострельность. Не знаю, как это повлияло. Я забыл, что... Корабль. Ой! Вот это вещь. Это реально вещь, смотрите. Супер. Тут мы взяли вещь. Точняк. Я имею в виду ДПС. Я просто путал, боялся, что это просто болел. Все. О, красота. Блин, ну давайте, что у нас тут? Просто ничего. Я думал, какие-нибудь артефактики. Ничего. Идем на босс? Конечно. Что нам вообще бояться? Просто нет. Их просто нет. Ну просто нет. Что? Подвезло нам с вещи? Или так рано еще говорить, как вы думаете? Я думаю, мало, это жизнь мало, я не знаю. Поэтому... Колесо фортуны. Давай, хотя... Там ничего не выпадет. То, что мне нужно, там синяя жизнь, например. Это на балл все гребки стоят. И жизнь его вести, если я не ошибаюсь. Я опять могу ошибаться, поэтому... Несу какую-нибудь чушь, скорее всего. Мне это нравится. Мне это определенно нравится. Ну, идем на босс. Наверное. Так, заходим сюда. Сразу вот так. И не замечаем сердце. А что, все что ли? На темного нам не дадут пойти? Фак. Ну понятно, что сердце мы прошибли с полками и клепами, но ниже еще спустить. Вот. Кстати, веревку, да? А веревку мы открыли. Хорош, у концов, кстати, это не помню. Может мы ее даже не открывали. Рэппин Бэйби. Через 6. Ну, в принципе, вот так вот, к сожалению, вот, то есть вторую часть мозаики мы не получили. Потому что нас дальше типа не пустили, не знал почему. Почему нас дальше не пустили? С таким ДПСом могли бы имели огромный шанс пройти, но мы прошли. Досадно. Ладно, огромное всем спасибо, с вами был Айс.